«Легенда динозавра». Японский фильм. 7 лет, чуть с ума не сошел сразу. Дорогутная покупка. Пиджак за $130, когда впервые приехал в 91 году, мне был 21 год, приехал в Нью-Йорк, работал на Бродвей, был после премьеры «Банкет», и я вот эти $130, это огромные для меня были деньги, но я купил офигительный пиджак, я был самым крутым на фуршете. Он был такой, знаете, первый раз узнали улицу. Давно. Я все-таки работал на Иванушке еще в театре мод, и все меня знали все как артиста, как демонстратора, артиста, как манекенщика, как режиссера театра мод. То есть меня все-таки понятно. С детства разбалованы популярность. Первая заграничная поездка. 1988 год, театр мод, гастроли на всемирный фестиваль альтернативной моды в город Вена. Это очень крутой фестиваль. Не знаю, сейчас он проводится, но тогда это было прям очень круто. Последний вопрос. Ваш первый поцелуй, которому учиться там хоть детском саду, хоть женой? Пионерский лагерь, дочка. Будешь сосаться каждый вечер. Как девочка звали, это счастливица? Сейчас скажу. Элеонора, точно. Спасибо. Спасибо. Можно? Давай. Спасибо.